Вот это центр города. Драмтеатр. Ну, я, как всегда, последователен в своих заключениях. Это вот я сейчас пытаюсь пройти как бы на остановку по этому говнищу. То есть вот ремонт закончен. Сюда прыгай. Сюда перепрыгай к дереву. Иначе там застрянешь. К дереву прыгай, за дерево хватайся. Вот. Вот народ страдает, короче. Здесь трасса движения впритык. Вон едут, хер останавливается. А тут говно. Куда хочешь, или под колеса кидайся, или в говно кидайся. Выбор небольшой. Вот такая вот, как говорится, Дальнего Востока, блядь, программа развития экономического. От путиноидов, от Единой России, от всех прочих, блядь, слов не найду, пидорасов этих еровских, мразей. Все, расхерачить все, перегородить, где можно было ходить. Перегородить, блядь, нахерачить вот этих гор говна. Нахерачить заборов непроходимых, за которыми стоят сортиры, где работают гастарбайтеры, и говно все стекает, блядь, сюда на дорожку. Я запах вам не передам, какой там дерьма, ни хлорки, ничего. Ну, в общем, сами знаете, как оно пахнет. Но сейчас я пытаюсь перейти на ту сторону. Вот это место, кстати, было в фильмах, когда топило в 2013 году, когда здесь было по колено, волны ходили. Кое-где и по пояс даже вот на этой площади. Ну, кто забыл, может полистать мой канал, посмотреть, в общем. Вот там вон куча видна. Огромная, рекордная. Как говорится, нагребли. Хер с ней, пусть тает. Вот сейчас за автобусом проедет, вот она. То есть развитие прет, бабло в Москве крутится, а здесь вот говнища, заборы, вот это все. Держите, типа. Вот асфальт только положили в прошлом году. Опять его расхерачите. Да, и бросите. Нормально, бабло отмывается. Сегодня 31 марта, кстати. Я вот отсыпаюсь, только приехал, поэтому я как бы тоже немножко не ориентируюсь, где тут можно пройти, из-за того, что, ну, не понять, что вот тут вот. Не знаю, что там сниму. Посмотрите сами. Сральник вот этот. Тут был лес, детский садик. Все сейчас лес снесли. Ну, как бы парк такой. Нормальный зеленый угол. Вот это вот строят. Нахер никому не нужно. Потому что Роснефть захотел что-то строить 2 года уже. Стройки пока особо незаметно, пользы какой-то. Ну, исхерачили все, что можно. Вместо того, чтобы где-нибудь на окраине построить, в промзоне, им надо залезть, где был асфальт, где было нормальные дорожки, парк. И захерачить, засрать все это вот. Чтоб все говно текло вот опять на это самое. Вот это культура производства, блядь. От Роснефти нахер. Все бросить, блядь. И пусть оно. Ну, видно, что работа кипит. Вот херово туча строителей бегает. Техники куча. Ну, сами видите, что это отмывалово чистейшее. Тут тоже теперь не пройти никуда. Хотя можно было нормально выходить на проспект на соседний. В общем, все вот так вот классно, как всегда в России. А эти мрази будут строить себе дворцы, будут, блядь, моралов завозить, будут там на сейшн ездить куда-нибудь в Арктику или там в Антарктиду от нехуй делать. Насрать им на все абсолютно. На свой народ, на благосостояние, на то, что мало того, что суки, блядь, не лезли бы там, где без них, так они еще разваливают все, вот, расхерачивают, разворовывают то, чтобы не функционировало. Засим прощаюсь. Это была 3-я серия фильма моего, блин. Мы живем в говне. Ну, путиноиды, суки, ставьте дизлайки, блядь. Я вас знаю, вы ублюдки, вы все живете где-то там. Вы патриоты родины, блядь.
У вас же дети не служат в спецназе, блядь, где-то еще. Вам же похуй, блядь, все. Вы же говно это не убираете. Вы, блядь, только сидите где-нибудь там на дачах, блядь. Все, ребят, до свидания. С вами Юрий Зимов.